Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Головива», который располагается в Киеве на бульваре Перова. Ваше внимание сегодня на модели предоставляется складной велосипед от торговой марки VNC. Модель называется «Хайвей». Это алюминиевый велосипед, у которого размер колеса 24 дюйма, количество передач спереди 1, сзади 8. И самое, что привлекательное, с 2019 года этот велосипед начали выпускать с гидравлической системой тормозов. Это класс, это уникальность, это модернизм. То есть вот велосипедный калипер, у которого идет тормозная система, и здесь идет масло, минеральное масло. Тем самым гидравлическая тормозная система усиленная, облегченная, при этом легко тормозить, притормаживать. Колесо 24 дюйма. Легко снимается колесо при помощи легкосъемного эксцентрика. Идут пластиковые крылья. Это легкие крылья, которые не дребезжат, когда вы катаетесь. Велосипед имеет складной руль, который легко можно складывать. Переключатель работает так. Вперед, вверх поднимается рычаг и опускается сам блокиратор. Руль складывается, и тем самым это все легко делается при транспортировке. Также руль имеет возможность опускаться и подниматься. Телескопический руль делает большим вариантом сам выбор велосипедистов. Руль также можно изменять угол наклона. Это тоже комфорт. Комфорт и качество. Как я говорил уже, тормозные ручки с минеральным маслом. Это хорошие, надежные. Переключатель на 8 передач. Рево-шифт. Ну, стандарт хороший велосипедный переключатель торговой марки Shimano. Велосипед складывается при помощи, опять же таки, специальный блокиратор. Поднимается, складывается. Ну, хлоп, и он складывается. Это рычаг, который держит раму. Впереди шатуны без передач. Сзади стоит кассета на 8 передач. Переключатель Altus от торговой марки Shimano. Altus 310. Спицы идут из нержавеющей стали. Автомобильный ниппель у камеры. Легко накачивать данную камеру, поэтому без проблем можно будет подкачать у любого автомобилиста. Также сзади стоит пластиковый щиток, который крепится на дополнительных ножках, под упоры идет. Также есть багажник. Багажник удобный, комфортный. Есть возможность сюда зацепить скобу, и тем самым здесь можно уже разместить резинку. Поднимается седло, как мы видим, очень высоко. Ну, с велосипедисту с ростом 1,90 м легко будет на этом велосипеде кататься. Подбирается легко, регулируется легко под сидел. Педали здесь идут складные, пластиковые. Ничего особенного, но комфорт. Тем самым велосипед легко складывать. Если вас заинтересовал данный велосипед от торговой марки VNC Highway, стоит еще также учитывать, что у велосипеда стоит здесь промподшипники, вал каретки с закрытой системой отрегулированным. Ну и подножка. Подножка, которая позволяет велосипед в любой момент ставить. Это считается фактически комплектным велосипед. В сложном состоянии мы можем обратить внимание, что он комфортный, комфортабельный, легко складывается. Это всегда делается нами с легкостью. Поэтому, если вас заинтересовал данный велосипед торговой марки VNC, модель называется Highway, можете звонить, писать, обращать, оставлять отзывы в нашем велосипедном магазине, на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, и мы всегда будем рады вам ответить. Постоянным покупателям скидки. До скорых встреч!